Раз, два, три. Братик, это слишком легко. Ура! Это Чипай Сейнс! Хеллоумен, с вами джентльмен. И сегодня со мной мои любимые подписчики. Подписчики, поприветствуйтесь! Здорово, пацанки! А также со мной сегодня Лунакс, ну, тоже мой саб, можно считать, что думаете, Лунакс. Здорово, пацаны. Это на самом деле игрок Сейнс, дорогие друзья. Приняли какого-то лоха, надеюсь, он затащит нас. Если нет, мы его кейтим сразу, пацаны. Если что, в комментах пишите, я ваше мнение учту. Нет. Я вам, короче, по ролям расскажу, кто что делает в этой тактике. Потом мы зайдем в ММ и просто каждый раунд будем делать эту тактику. Это реально, это просто... Это космос. Итак, давайте по ролям. Кирикс, твоя роль в этой тактике такова. Ты идешь через коридор, братишка, запоминай. После чего ты вот эту стадию пропрыгиваешь, дабы тебя тут какой-то чел не законтролил. После чего ты чекаешь под пуш мида, дабы тебя не убили, пока ты стоишь на своем смоку. Когда мы все подходим к смокам, Кирикс, ты тоже подходишь к своему смоку. Смотри, смок ты даешь сад и флешку получается. Ну, дам хай, чтобы траекторию посмотреть. И вот такую вот флешку. Пам. Смок идеально прилетает в сад, джамтроу ты его кинул. А флешечка прилетела, зафлешила камни и зафлешила типа на просвете. Понял? Да. Понял. После чего Кирикс откинул смок, откинул вот эту флешечку, и твоя задача будет это лерчить, ну, чекать там поджим, возможно, с коридора, возможно, с фида кто-то зайдет. Короче, играешь, выполняешь роль такого люрка, чекаешь спину, ну, может, как-то в ДД тут кого-то убить, попробовать в просвет, кто пробежит. Роль ты свою осознал? Да, капитан же, например. Я все понял. Так, дальше рассказываю роль Луи. Луи, ты меня слышишь? Луи? Да, оу, ты у нас французец, Луи, или как? Нет, испанец. Ты в Испании живешь, Луи? Да. То есть меня, мои подписчики из Испании. Конечно. Ну ты хотя бы мне бабки за монетизацию приносишь, красава. Луи, смотри, что ты делаешь? Ты в начале раунда бежишь, а получается налево. Дальше, Луи, ты подходишь к этой скамейке, Луи, наводишься вот сюда. Тут очень, на самом деле, сложный ориентир, ты должен его понять. Я не знаю, почему на Сакуре так дохрена облаков, зачем они это сделали, но вот так вот, вот я нашел этот смог, братик. Сам, ну как бы, джентльмен, сам понимаешь. Видишь, вот и куда я навелся? Точности, ты должен водиться так же, ты заскринил? Да. Дальше делаешь так же джамп-троу, как и Кирикс. Джамп-троу. Смотри, этот смог прилетает дальний. Дальний смог на стенку. Вот так идеально прилетает смог. После чего мы тебе скинем 3 флешки. Вот прям на твою модельку мы скинем тебе 3 флешки. У тебя всего будет 4 флешки, Луи. Первую флешку ты откидываешь вот так вот, чуть правее от этого острого наконечника. Эта флешка моменталка мяса. Запомнил, да? Следующие 3 флешки ты накидываешь, когда мы уже выходим. То есть наводишься вот в этот товальчик. И делаешь уже не джамп-троу, не вот так вот джамп-троу, а прыжок-удар. 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 И ты просто 3 флешки безостановочно накидываешь. Итого, у тебя смог, первая флешка на мясо, и 3 флешки, прыжок-удар ты накидываешь. После чего ты идешь и простреливаешь просто толпу. Покажу траекторию флешек. Первая флешка на мясо, вот ее траектория. Пам. Тут чел на мясе, который сидит полностью фул, это моменталка жестко для него. И вот эта флешка тоже показывает траекторию, вот так вот прыжок-удар. Пам, то есть мы будем выходить и считай, нам эта флешка будет за спину лететь. А типа при этом, который будет смотреть рампу, она будет флешить. То есть 3 безостановочно Луи будешь кидать, понял, да, свой раскид и свою роль в этом раунде? Да, капитан. А получается Меркурий. Так. Меркурий. Да, слушаю, капитан. Твоя, да, все правильно, твоя задача брать пачку, и ты идешь, смотри, в лобби, идешь на зелень, становишься на левый верхний угол, вот этой наждачки, я не знаю, что это, становишься вот сюда, Меркурий, вот сюда становишься, далее ты целишься вот сюда, заскринил смог, смотри, и делаешь тоже джамп-троу, одновременно прыжок-удар нажал, смотри, смог идеально летит на хелпу, ну, это просто, ну, это шедевральный раскид от джентльмена, после чего... Вот ты сейчас сказал. Повторить смог? Меркурий, смотри, становишься вот сюда, опять-таки показываю. И наводишься сюда и делаешь джамп-троу. Заскринил? Все, теперь точно. После чего ты идешь, у тебя пачка, я тебе сказал об этом. Дальше, смотри, по вот этой третьей херне вот так вот кидаешь хае сайт. То есть, если тут будет стоять чел, как-то багать, пытаться голову, либо в сайту, ты просто ему даешь хае и взрываешь его. Вот так вот подошел, стоя, дал хае по третьей вот этой херне в сайт. После чего, смотри, Луи накидывает первую флешку на мясо, ты ее должен задожить. Вот, смотри, первая флешка, видишь, она тебя, ну, забыла.
флешек. Ты должен, то есть Луи орешь прям в TeamSpeak. Дал первую флешку, пам! Она взрывается, братиш, мы вылетаем. Три флешки, потом Луи нам накидываешь, тоже колешь, а твоя задача, Меркурий, это просто бежать сайт. Вот, ну, по краю красной линии, красной зоны встаешь, берешь пачку, соответственно, и начинаешь ставить и крутиться, понял? Понял. Ставишь пачку, братишка, и потом отходишь на хедшот. И просто отыгрываешь тут, Меркурий. На им пытаешься от ситуации сыграть, может, не палишься, играешь, наоборот, в крисичах. Свою роль ты понял, Меркурий. Понял. Смог, понял, хае, выходишь, ставишь пачку, отходишь хедшот, все. Понял, капитан. Лунакс, твоя роль в этом раунде, ты идешь с ними, получается, на лобби, скидываешь флешку. Кстати, я дебил, я тупой, я маразматик. Я тебе забыл, Меркурий, сказать, что ты должен скинуть флешку Луи. Записал себе в заметку, что надо скинуть флешку Луи вот на эту скамейку. После чего скинул флешку Луи и дал свой смок Меркурию. Записал, да? Скинуть флешку Луи. Да. Лунакс, то же самое, подходишь, скидываешь флешку Луи, братик. Yes. Потом идешь на этот смок. Вот сюда встал и наводишься примерно вот сюда, правильно? Нет, кидай. Наводишься сюда, кидаешь свой смок. Смотрите, как он прилетает. Идеальный смок, чуваки. Как джентльмен прописал. Хороший смочарус. Парень за конями, он в шоке. То есть он в вакере. После чего Лунакс после этого смока также вместе с Меркурием даешь хае за сайт. Дожишь флешку на мясо. И потом вылетаешь вот по левой траектории. Флешки тебе летят за спину, которую будет тебе накидывать Луи. Влетаешь и прикрываешь, дабы сада там. Может, простреливаешь сад. Ну, чтобы, короче, не убили нашу пачку. Максимально прикрываешь. Может быть, там с как-то с просвета чел ворвется. Тоже играешь на шаги, Лунакс, и убиваешь этого типа. Свою роль ты понял. Теперь, дорогие зрители, уважаемые субскрайберы, показываю, что делаю я. Я также иду, скидываю флешку, получается, тебе, Луи. Потом я иду на свой смок по вот этой херне. Что это вообще? Это какая-то вот это вот, где тушат сигареты, как эта херня называется? Это 5G-вышка. Я навожусь дальше, дорогие зрители, вот по этому облаку, кидаю вот такой смок. Ребята, запоминаем вот этот идеальнейший смок от джентльмона. Какой же я гений, боже. Я считаю, я идеальный игрок. Я кидаю, уважаемые зрители, этот смок. Дальше я тоже хэссайд, доджу флешку от Луи, пам, влетаю, убиваю мясо и по мясу тут располагаюсь. Итого, уважаемые зрители, у нас два смока вот здесь вот. Это такая стеночка некая. Первый смок вот здесь, второй смок тут. Смок у нас на хелпе, смок у нас в садах и смок от Лунакса у нас вот тут. Так, получается, давайте тогда зайдем, я думаю... А, стоп, самое важное, чуваки. Как эта тактика называется? Chicken McNuggets. Записали все? Chicken McNuggets тактика. Ставим, конечно, шаблон раскид, но скорость не 4х, а 1х сделаем, потому что мы сейчас будем отрабатывать, а так-то... Почему именно аркады, чуваки? Потому что длительность 60 минут, и в ММ у нас был раунд, ушли, и мы бы не смогли отработать. TeamSpeak, проговаривай раскид. Скинул свою флешку. Иду на смок, парни. Встал на смок, парни. Я готов кидать смок. Готовы? На счет 3 кидаем смоки. Кто уже, блядь, кинул, нахуй? Кто? Сука! Кинул! Сука! Смок! Ёбаный Меркурий, блядь! Нахуй ты без команды, капитан, даешь смок. Встань на смок. Итак, дорогие друзья, мы в каточке. Мы в той игре, где мы будем делать нереальные тактики. Так, давайте да. Все смоки. Флешку обязательно купили. Я без хае в этом раунде. Давайте, скидываем флешки, получается. Луи, парни, общаемся. Проговаривайте все свои действия. Кто что делает? Поехали. Да, давай, на счет 3 кидаем смоки. Готовы все? Да. Давай, раз, два, три. Дали смоки. Дай первую флешку. Дал флеш. Давай еще накидывай остальные. Я мясо залетаю. Мясо чисто. Меня убили за камнями, чел. Это читер. Давайте, парни, пожалуйста, выиграть раунд. Зашли, зашли. Что они ставят? Что за типы вообще против нас? Ирикс, пожалуйста. Против нас какой-то клан. Против нас какие-то потичи. Let's go, guys. Пацаны, все, сейчас будет найс. Давай, три флешки ему скинули. Дал, скинул тоже флешку. Готовим смоки. На счет три даем смоки. Раз, два, три. Дал тоже смок, дал смок. Давай первую флешку. Дал флеш. Пам, давай третью, взорвали. Место чисто. Меня убили. Два ТТ, два вышли по стенке. Я туда, парни. Хорош. Отойди, отойдите просто, отойдите. Я ухожу, два. Лух, лух, хп, минус 54. Луи, твой раунд. Луи. Закуп до нуля. Закуп до нуля. Купите раскидку, самое важное. И хороший дроп. Пульс 140, блядь, у типов. Блядь, у них, наверное, катка жизни. А мы просто хотим тактику сделать. Эй. Дал смог. Давай первую флешку. Мясо чисто, парни. Давай, давай, давай. Забей. Убили, хорош. Лучший Лунакс. Красавчик. Просто я не знаю, против нас такие потные типы. Все, чуваки, давайте. Каждый раунд. Все, больше раундов не отдаем. 7-2 делаем. Дал смог, давай первую флешку. Мясо. Пам, влетаю. Убил мясо. Давай, давай, флешки накидывай.
Да, блять, я фул был за камнем! За камнем прошел! Вас дробовиком в саду где-то. Найс, что ты делаешь, Лунакс? НТ, НТ, давайте смоки, быстрее, нас уже пушат! Все, давайте смоки, я за него дам смок. Меня разменяли скриншоты, брат. Они уже поняли, что мы Б выходим. НТ. Давайте, пацаны, сейчас надо собраться. На, дал пачку. Скидываем флешки, стой. Ждем под пуша пока что, подождите. Взял рампу. Вот, ждем. Лучше, вот и все, они как боты уже пушат. Готовы на счет три смоки кидать? Раз, два, три. Дали смок, кидай первую флешку. Влетаю, убивай мясо, мясо чисто. Кидай три флешки подряд. Кидаю. Смок мой не прилетел. 98 камень. Вылетел хлопу, убил хлопу. Боже, что с аимом. Лучше, вот и все, парни. Тачим этих бомжар, кто они? Это просто ММ-типы. Сейчас, бля, я боюсь представить, что во второй катке будет. Только с пачки, можете? Не про это самое. Я взял ДД. Чекай рампу. Убил ДД. Возьми рампу возьми. Вот и все, подождали, под пушу убили. Они уже как боты нас пушат. Раз, два, три. Дали смоки, давай первую флешку. Да. Влетаю, убиваю мясо. Мясо чисто. Давай три флешки нам. Давай, хорошо! Давай. Хорошо! Флефую за камень. Убил Нет! Лучше! Просто! Это Фенис, братан! Два, три! Дал смог! Давай флешку первую! Давай флешку! Пам, врываюсь! Мясо! Фу! Мясо убил! За камнем! Почему вы не выходите, парни? За камнем убил. Улица! На! Это просто без шансов, господи! Вы жестко префаете, просто потеют. Ждем. Тише, стоим. Подожди, я ДД возьму, я ДД взял. Мне кажется, ММ игроки это гении. Ну куда, брат? Куда ты пошел? Подожди, встаньте на раскид. Мы распикаем его. Это пиздец. Я встал по горелке, меня убили. Ладно, 4 раунда отдали, ну там, пистолетка на лаки, короче. Понимаете, в этой тактике, когда мы делаем эту тактику каждый раз, конечно, они уже подстраиваются. Они начинают рашить, они начинают стакать план. Ну давайте за КТ, короче, их затащим и уже на экскаточку пойдем. Никого не вижу. Мне кажется, они нашу тактику подстраиваются. Мне... Что они ставят эти игроки? 3 под Б. Все, отойди, хорош. Снизу, Кирикс. Ууу, найс! Как ты убил еще? Не тихо, нифига себе. Я в дом. Лоу, найс. Чуваки, я вот реально в ахере. Что? Как играют игроки в ММе на мастерах? Это гений. Это лучшие игроки в этой игре. Дайте в киллы, позже. Я их убью обоих. Хорош. Второй твой. Это пиздец. Блин, куда чел ставит? Что это? Аккуратно. Ну что он ставит вообще? Лунакс, давай. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать. Закупаемся остальные, просто закупаемся каждый. Я боюсь туда. Бил еле как. Да, пуш. Что ты даешь, Кирикс, братан? Нет! Парни, вы слишком жесткие, дайте фраги мне. Да уйди, Кирилл. Опа, фраг. Смотри, джентльмен показывает пик. Оп. Это джентльмен? Это джентль пик, брат. Смотри. Это джентль пик, брат. Это называется джентльмен пик. Дай убью. Но зачем ты убил? Кирилл кик с кланом. Все, кикин с клана Сейнс, ты застил фраг у джентльмена. Ладно, идите, мил. Что ты тут делаешь? Идиот, 99! 99! Мама мия, помогите мне! Я, сука, выкину этот iPad. Я, блядь, эту игру просто в окно. Блядь, ладно, я иду под БМП, да. Это бил... Сантуза у вас, блядь! Че вообще у нас АФК стоит? Как играют 2300 ММР? Тише, звук. Это... Мат, очень много мата. Давайте, убивайте этого лоха уже, гоните его. Да тут бы пикнет ты Меркурий, 2300 ММР. Вот и все, я понял. Короче, чуваки, ну первая катка, она первый, блин, комом, да, мы там отрабатывали, но все равно 5-4 взять за АТ это, ну я бы сказал, слабая даже сторона на Сакуре. И при этом реально мы пятеру забрали, действуя одной тактикой. Мне кажется, если тактику завязать, то, ну, совершенно в каком-то рандомном раунде, вообще ее никто не законтрит, если все грамотно, накину смоки, попасть ними, и каждый все сделает круто, Идем вторую катку, дорогие друзья. Мы сейчас за КТ, но мы им, наверное, сольем. Много раундов. Давайте сольем им специально, чтобы за Т перейти уже камбэк и стакти... Что? Парни, давайте. Надо, блядь, отдавать им сейчас раунды, чтобы за Т начать, ну, бэкать очень жестко. Все, давайте сливаем каждый им сейчас раунд и просто бэкаем за Т. Я не знаю, идем просто на ножах. Пошли за мной. Все за мной идем. Я буду бегать от них до конца. Чайкилы, пацаны, да? Ты куда режешь, Кирилл, блядь?
Мазафакич. А, меня спина убила. Что? О! What the fuck? Давай. Привет, бро. А ну давай. Я ему голову дал. Ноль! Чуваки, надо не обосраться, а то мы сейчас 7-2 сделаем и 3 раунда порастрём. Это как-то будет немного досадно. Давай, сливаемся. Все, идем. Домик. Чего? Голову попало. Убил? Стой! Что? Он перед моим лицом! А зачем ты выиграл, дебил? Меркурий! Зачем ты выиграл раунд, идиот? Ты дурень, ты бивень, б***ь! Ты покупай дом 16, блядь, собрать это... Братишка. Умирайте! На нож, брат. Ладно. МТ. Умирайте без врагов. Ну нафиг! Что меня рампа убила, забейте. Вы дебилы? Блять, что это происходит? Меркурий, ты опять сейчас раунд выиграешь. Что происходит в ММ? Идем, парни, идем на тактику! Делаем камбэк, легендарный! Идиот! Хорошо! Крутая флешка, ребят, не запоминаем. Дал смог! Давай первую флешку! Пам, влетаю, давай! Мясо чисто! Давайте вторую! Кидай, накидывай! Ставлю пачку. Ай, за камнями! Минус ноль, меня убили! Лучше жить! Жить, брат, жить! Ай-яй-яй, два в один, пачка по тебе. Ну пикай, сука, дефай, чел, дефай, пикай, бля. 7-3, мы должны делать камбэк! Дал смог. Пам, мясо чисто, брат, летел. Давай, ставь пачку. Ставь пачку, дебилы! Чё вы фул-то, надо доджить! Хорошо убили. Хорошо! Бэкаем, парни, дай им 16, быстро дал мне. Домой. Спасибо, брат. Чуваки, все, 7-3, 8-7. Нахуй я это сказал. Мы же не до 8, мы до 10. Короче, anyway, да, 5 пачку, блядь. Я чё, бомбер по-вашему? Я капитан команды, блядь, я не ношу пачки. Я не закладчик. Готов? Вот, хорошо, Кирикс, учишься. Раз, два, три. Дал смог. Давай первую флажку. Хая засайд. Меня в упоре! Найс, хорошо, убили. Заходим. Я вообще, парни, не знаю, что происходит. Тактика просто рабочая, вот и все. Попробую шиться. На другом конце. Братик, это слишком легко для меня. Ты видел мое лицо, братиш. Ну, я просто даю хедшоты. Hello, man. Я не знаю, как мы так зашли. Мы как-то зашли, и уже последний чел в саду остался. Это слишком жестко. Давай, раз, два, три. Давай флешку, быстрее, флешку. А, чел фул сидел. Нормально, хорошая флешка. Взял просвет. Салон мужской одежды, босс. Научите меня стрелять кто-нибудь в чате. Ну лучше, 3 в 1, Лассад вроде играл. Лучше, что вы делаете? Начнитесь! Соперники, вы потеряны, дорогие друзья. Вам надо включать брейн, вот эту серонину, тестостерон вырабатывать. Иногда надо вот эти руки иметь, пальчики на руках, ребят. Забава всплакнула в этот момент. Ладно, НТ. Я готов. Давайте, раз, два, три. Лучший, давай флешку. Влетаю, мясо чисто. Камень. Убей за камень. Ничего, контроль спинки. Убил. Тише. Ласса добежал. Ура! Это тимплей сейв! Севаш уровень, дорогие! Улетаем из этого раунда! Они уже начали стакать Б, пушить на спину. Они все равно ничего не могут, ведь это просто. Это... Против нас даже клам сети, он ничего не может сделать, но это просто. Так, давайте, на счет 3 сейчас даем смоки. Раз, два, три. Дал смог, давай флешку. Дал смог. Давай. Флешки накидывай. Убил просвет. Убил второго. Убил третьего, убил Роста! Надо! 4, братишки! Так ворвался по смоке! Бэм, сдэм, сафик! Пам, флешечка! Пам! Пацаны просто в шоке от этих смоков! Они в шоках находятся прямых! Там просто чел уже ливает! Он понимает, катка не выиграется никаким образом! Тут тактики Saints — это 100% проигранная игра, бляха-муха! Давайте, на счет 3 кидаем! Раз, два, три! Дал смог! Дал хэй, давай флеш! Дал флеш! Пам, хорош! Выхожу, мясо чисто, накидываю флешки. Рампа помог. Найс, разменяли. Флешку он дал, стой. Хорошо, вообще.
Это настолько легко, я не знаю, пацаны, но они... А, двое в спину заходили, Кирилл как раз принял. Ну это по тактике было, чуваки. Просто не контрится. Наша тактика просто не контрится. Просто уже ливнул их трое. Пацаны уже думают... Уже там как ночью, пацаны, знаете, там это... Пацаны просто уже лид морали, я не знаю, таких раскладов. Кинул флешку. О, блять, я даун! Крутой раскид, ребят, запоминаем. Ой, я... Тактики сэнд. Блять, нахуй ты дал, смог! Сука! Я не дал. Встань на флешке, сука, и Кирилл сдох, пацаны, вы уже спать начинаете. Я готов. Давай, раз, за три, дали смоки. Дай флешку, давай флешку. Дал флеш. Пам, врываюсь, мясо чисто, давай, давай, хорош. А спина? Убил? Лучше, все! Это победа, это разрыв всех шаблонов! Дорогие друзья, всем спасибо за данный видеоматериал. Спасибо ребятам, сабам моим, что помогли сняться в этом ролике. Ребята, скажите на прощание что-нибудь. Передай привет маме, папе, брату, сестре, другу, учительнице. Привет команде Юниверс. Юниверс, у вас команда ножек. Передаю привет Квадро и его девушке Лере. Передаю привет себе, пацаны. Всем удачи, дорогие друзья, и пока.